сотрудник ППС предотвратил дистанционное мошенничество. Жертвой злоумышленников едва не стала Череповчанка. Мошенники действовали по классической схеме. Сообщили, что якобы неизвестные от ее имени взяли кредит и необходимо срочно погасить займ. Девушку сотрудник полиции заметил у банкомата. Она нервничала, при этом говорила по телефону. Сотрудник ППС попросил положить трубку, достать карточку из банкомата, чтобы прервать операцию. Позже девушка рассказала, что уже собиралась перевести на счет крупную сумму денег. В Череповце запустили новый сегмент системы видеофиксации «Поток». Комплекс начал работу в рамках подписанного соглашения АО «Апатит» и МВД России по Вологодской области. Система будет работать на улице Энергетиков. В кадр попадают обе полосы для движения. «Поток» фиксирует скоростной режим. Также установка камер позволит обеспечивать контроль за оперативной обстановкой на территории, которая раньше была вне зоны видимости для полиции. Система уже начала работать в тестовом режиме. Вывод изображения в дежурную часть ГИБДД будет организован после окончания пуска наладочных работ в ближайшее время. Автомобиль горел в Вологде. Сигнал о происшествии поступил в начале 4 часа ночи. На улице Ударников, дом 29, загорелся автомобиль марки Toyota Camry. В результате пожара выгорели горючие материалы моторного отсека, поврежден салон в передней части, нарушено остекление лобового стекла и передних дверей автомобиля. Выгорело лакокрасочное покрытие крыши, капота и передних дверей автомашины. Наиболее вероятная причина пожара – поджог.